Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили к себе в гости. Скажите, как давно вы участвуете в государственных лотереях? Ну, уже почти 3 года. Когда я выиграл, то это 3-й билет или 2-й был. Очень рад, конечно, что выиграл. А тот тираж вы смотрели по телевизору? Нет, не смотрели тираж, проверили его через официальный сайт «100 лото». И проверили его, там написано было 1 миллион. А когда позвонили уже в Москву, и нам сказали, что выиграли квартиру, мы вообще просто обезумели там, честно сказать. Мы собирались покупать однокомнатную квартиру, ну а с выигрышем, конечно, мы уже на 3-комнатную собрались. То есть вы решили взять выигрыш в денежном эквиваленте и улучшить свои жилищные условия? Да, да. Именно так нам квартира не нужна была. Нам надо было, ну, именно в Омске купить ее. Это вот именно она и есть, новая квартира? Да, это новая квартира. Жили мы до этого в 13,2 квадрата. Это было очень и очень. Меньше, чем этот зал, раза в 2, наверное. А как ваши друзья, близкие, родственники отнеслись к тому, что вы выиграли? Ну, они очень... Довольно-таки часто начали покупать билеты, больше стали играть, больше стали доверять этому, ну, потому что есть живой пример. Чтобы выиграть, надо играть. Так, с детства мечтали, у меня папа мечтал всю жизнь выиграть. Но лень ходить до ларьков, до этих. Ну, сейчас, мне кажется, вообще, в принципе, доступно. Интернет есть, там все можно купить на сайте. Максим, а есть ли у вас заветная мечта, которую может исполнить или уже исполнил ваш выигрыш в лотерею? Ну, одна из моих, так сказать, мечт, она уже осуществилась. Ну, вот жилье у меня появилось свое личное, такое большое. Но, конечно, после одной исполнения мечты появляется и вторая. Это побыстрее закончить этот ремонт, потому что квартира почти новая была. И вот сейчас надо закончить здесь ремонт. Максим, ну расскажите, на какой стадии у вас ремонт в квартире? Ну, на какой стадии? Здесь так сделано немного, в принципе. Ну, в планах у нас есть вот здесь вот сделать у нас детскую комнату. Ага. Вот в этой комнате. Так, вот здесь у нас коридор, тут еще ничего не сделано такого. Так, стены только выровняли. Угу. Ну, коридор коридором. Ну, а вот здесь вот мы можем отдыхать, спать уже. Тут уже все готово у нас. Нам всем дружно это нравится. Хозяйская спальня. Хозяйская спальня, да. Так, а здесь у нас будет кухня. Тут тоже уже, в принципе, все основные работы закончены. Осталось только мебель заказать. Так, ну здесь тоже туалет, в принципе, в совсем не готовой стадии. Все необходимое здесь машинка, ванна, санузел готовы. Будем играть. Я думаю, выиграем себе на ремонт еще. Максим, вы считаете себя везучим человеком? Так это же доказывает мой выигрыш, мне кажется. Естественно, я счастливый и везучий, и счастливый человек. Благодаря государственным лотереям каждый день в нашей стране становится на 1 миллионера больше. Что бы вы пожелали участникам государственных лотерей, которые тоже хотят выиграть крупную сумму денег, так же, как и вы? Желаю каждому играющему ощутить такое же счастье, как и я, при выигрыше такой крупной суммы. Участвуйте и будете выигрывать.